чем хай видео начинается с праздника. На Серегу. А ну пробежись чуть-чуть. Вот туда пробежись. Немного, не. Смотри. Короче, сегодня маскарад у нас. Будем снимать видосик какой-то интересный. Самый быстрый волк манежа. Да-да-да. Ждем, пока елочку освободят нам, чтобы поснимать видосик. Да, у нас профессионал, петличка, микрофончик. Где-то эти. Все, все есть, все нормально. А это понятно. Это Кощей Бессмертный на метане. На минималках. Или на максималках. Что, пригрузили меня? Че, нормально? Это мой пояс будет красный, по дедов. Понял? Дед Мороз. Красный пояс по манежу. Я черт, чтобы не слопать, будь десни! Камовака. Камовака. Смотри, давай так захерач. Открою дверь. У нас есть даже личный подвор. Так что, сюда давай взять? Да. Попросить дверь открыть. Иди, Дед Мороз, исполняй желание. Улети, и не вспоминай. Человек, как вертушку круто. Последняя тренировочка в этом году. Тренер заставляет шиповкой обед, что-то включай. Покажи свои конченые шипы. Конченые? Да. Сам такой? Реально, вот сегодня утром же праздник был. Я побеждал на празднике. Ты нам рюкзак. У детей украл. Не украл, а честно заработал. У меня был лучший костюм волка. Забрал у детей место. Я же не знал, что у меня был лучший костюм. Еще раз? Давай, подожди. Как мы проводим 31 декабря. Фоткаемся тут, короче, на свет. Всякой херней занимаемся. Что, куда дальше? Я не знаю. Кстати, похолодало что-то. Типичные представители дворов. Как обычно, в любом дворе, но тут тоже есть носы. Серега нашел себе новых друзей. Что там, Серега? В команду не берут? Невозможно. Меня дед в этой играет, я не знаю, как в этой играть. Так там просто дырочки типа соединяют. Сказали арифметику. Кстати, вот как они сказали арифметику? Там типа, кто больше наберет баллов. А, я понял. Не, я не шарю тоже. Типа, походу не шарю, раз там такое. Давай ты меня теперь соткаешь, а потом я тебя. Давай. Снимай. Сейчас заценится, да. С перчаткой во рту. Чуть-чуть больше вправо поверни лицо. Да. Грузин, блин. А теперь улыбочку. Ты снимал вообще? Да. Это топ. Не, ну подожди. Бля, посмотри. Я, наверное, эту фотку вставлю просто. Это же... Я даже увеличу. Она не, я ее вставлю, посмотрите. HD разрешение. Тебя теперь давай. Че, Серега? Сейчас я тебя тоже топово сфоткаю. Сейчас, подожди. Все. Окей. На. На. Слушай, снимай, сейчас будет прикол. Конечно, типа ладно. Давай. Оу, нига, окей. Короче, говоря, будем поднимать настроение на Новый год. Только что снимали стрим, сейчас смотрю. Пороха на украинском канале. Да нормальный чувак. Сейчас, короче, Новый годец будет через 5 минут. Сейчас что-то поснимаем фейерверки немного. Нажрались так. Сейчас послушаем, что побазарит наш президент торговый. Юху! Может, Джека выйдет. Много сигнальных, очень много. Там справа, где не было, он тоже две штуки. Вот это так бомбит. Вот моя супер-мега комната, кстати, кто не видел. Че там мамка зовет? Че там? Слушай, тут тоже сейчас будет. Вот, вот.
Да ну так тут мало. Ну вон что-то с балкона, видишь? Я сильно. На. Прикинь. Нормально. Это просто мощный. О, сейчас там будет просто. Ну короче. Стандартная схема. Кстати, вот моя елочка. Я не показывал елочку свою. Моя такая вот. У кого круче, пишем в комментарии. Или скидываем фотки в группу. Идем взрывать салюты. Еще Жека позвал. Движется его. Ты слышишь, как оно гасит? Пошли пешком, короче, это долго ночи. Алло! А где они вон? Стоят. Дымка такая. Смотри, людей нахера хватает. Вон ракет сигналит тоже. Чё там? Товарищи пиротехники. Чё? Привет. О, камеру в неположенном месте. Нихера себе. Что это у тебя? Привет, с Новым годом. И вас? Это я моряка что взял. Нихера себе. А ну дай покажешь. Это одна? Одна у тебя? Да. Нихера себе. Так пошли подальше. А, все, она. Вон. Вау, все. Ой-ой, стрим до конца сейчас взорвёт, Аня. По ушам бьет нормально, да? А вот, смотри. Снимай. Что тебе снимать? Всех с Новым годом! Я посмотрю, что это за... Уже не бомбят что-то. Сколько времени? А, нет, я пошутил. 12:37. Вот, вот еще один пришел. Привет. Жека купил там. Андрей. Жека купил, короче, какую-то херню за 453. Все. Отойди. О, да нормально, ты! Последняя тоже такая. Во, последняя. Ну что ты ревешь? Не, нормально, мощно. Мощно, дымок такой. Он мне барышу написал. Что пишет? Скопировал, наверное, откуда-то. Жмем. Сегодня 2 января. 2 января, что ли? Да? 2, да. Сейчас жмем соточку. Это 100 кг. Я блогер топовый. Ну не топовый, ну да. А это сотка. Топовый это шутка. Сотка с больным плечом. Да, в натуре, Серега там делает. Так ты сделал еще сколько? Один раз? Один сделал. Ну оно больно, я сейчас еще раз сделаю и все. Но вы так не делаете, это... Да, то умрете еще. Вообще-то по-конченному делать, делать, что болит. Это плохая идея, как минимум. Техника безопасности, пацаны. И кто смотрит вообще, не лезьте на снаряды, когда у вас что-то болит. А то станете блогерами, потом будете снимать, типа. Блин, это оскорбление. Я же говорю, болит. Ну так, я тебе в принципе не сильно помогал там прям. Так что, наверное, вот 90 килограмм самое. Я ничего уже не буду делать. Давай я, наверное, еще 90 пойдем. Да не они. Внимание!
Полет нормальный. Ты жмешь там, Серега, или что? Что ты можешь жми, да? Работа кипит. На 20? За фотошопим там, блинов добавим. Ты идешь? Давай, короче, вылезь. Я тебя не буду страховать, или как? Ну, на туре, да? Только блин, не кидай на что. Не не промахнись, это Саня заденешь. Титан. А тут это так орали, а, блядь. Да ну тебя нафиг. Смотри. Ты что ты ломаешь, блины? Будешь платить. Тебя страховать? Посмотрим. Что? Посмотрим. 100 на 70, давай. Улыбаемся и машем. Давай, Саня. Саню. Кто-то лишний там по-любому. Такие у нас тренировочки утренние. Как тебе новогодние праздники, Серега? Каникулы вообще. Каникулы.